жестковато. Да? Там колея, я бы нищим шел. Ну нам туда. А ты провинься? А, провинься? Я же профан. Всем здорово! Сегодня у меня вторые очередные покатушки в городе Москва. Короче, у нас есть вот такой вот Сузуки, причем на хорошей резине. Ну, как оказалось, если ты садишься на брюхо, то тебе не поможет никакая резина, никакие блокировки. В общем, сегодня я буду мстить за Чангана и за Аутлендера. Вот здесь мы забуксовали, значит, здесь точно? Да, кажется, здесь тут. Вообще ни хрена, все заросло. Или дальше. Да. Дальше мы на Чангане забуксовали. Вот сегодня я за Чанганчика отомщу. Потом нас ждет брод и, возможно, еще там что-нибудь такое страшненькое. Диагоналочка должна быть обязательно. Вот сегодня я не брал ничего, вообще ни диктофонов, ни микрофонов, ни фотоаппаратов. Все снимается, как говорится, на ладонь. Все. Кстати, у нас есть группа поддержки. Сегодня мы вызывать никого не будем, потому что у нас есть два заряженных автомобиля, два Сан-Йонга. Вот. Ну, в принципе, все, поехали. Вообще легко. Доказать. Здесь поможет. О, смотри. После нашего. Да. Здесь поможет только домкратик. Дровая ходка охеренная. Надо на телефон. Что надо было? Это было сильно, я не спорю. Это было круто. Достаем динамку. А, там есть, сейчас я зацеплю. Сейчас я пару фоток сделаю. Как вам, Джимни? Нормально. Пока. Не, ну тут было без вариантов, если сам не проедешь. Особенно как люди. Ну да. Нет, здесь я не достану. А, подожди. Нет, здесь я не достану. Надо заранее два троса привязать, один спереди, один сзади. Кстати, не нам. Давайте, блядь, сзади. Прикольно. Учись. Не буди меня, когда пьяный я. Не трави меня своей грустью. Не люби меня, и тогда она, может быть, и тебя отпустит. Эх, Россия, мать, где бы денег взять, чтобы мамке хлеба купить? А ответ один, старый до седин, хватит залпом белую любить. Вчера поэма мне в голову пришла. Ночью? Ну, да, почти ночью. Thank you.
Ну все, начинается, блядь. Кофту чистую я надел. Скоро, а, я понял. Ну, да, тяжелый, не привязан, ага. Этого будет достаточно. Очень шаг. А ему хватит, я дастеры этим дергаю. У них не зацепишься никак. Да, у него снова начинается. Да, я это прям самое то. А у меня есть все. О, вот это будет другой разговор. Это, короче говоря, для дачников, у которых семиместный Тига 8 и положить вещи некуда. То есть вы все это дело цепляете и грузите на крышу. Это мы, как их называют-то? Ну, я себя к блогерам не причащаю, я обычный автообзорщик, но тоже, в принципе, Алеша. Ну что, поехали дальше. Видишь, он тоже прямо не захотел. Ну он немножко сократил, видишь, он сокращает. Хотя здесь тоже, блядь, очень сильно, очень глубоко. Ой, поехал, блядь, в плавание. А смотри, где он заезжает вообще. Обалдеть. Нихья, помылся хоть. Больше всего боюсь, когда бочины. Подожди, Володя, из штанов вытряхну, блядь. Трос замотал. Блядь, трос точно. Я думаю, что там, блядь. Давайте небольшой обзор по автомобилю.
сразу скажу, что я думаю, что компания Suzuki, она действует по методу лучше продать одну бутылку коньяка, чем 10 буханок хлеба. Вот этот автомобиль в максимальной комплектации стоит 1 800 000. За 1 800 000 мы можем взять охрененный Kia Seltos. Там будет все. Ну, я имею в виду, что если без допов. Если с допами, то, естественно, Kia вам продаст за 2 миллиона Kia Seltos. А, туда, да? Отойди чуть-чуть. А, вообще... Вот сюда. А, сюда стань. Так вот, друзья. Не подходи. Так вот, друзья, компания Suzuki действует по этому методу. Вот это называется одна бутылка коньяка. Потому что автомобиль реально дорогой. Для чего он, я не знаю. Вот, ну реально, функционала в нем, вот кроме как, чтобы преодолевать брод или где-то ездить по грязи, допустим, по тайге, гонять лешего, больше функционала у этого автомобиля нет. Но он проходимый. Пройдет везде, в принципе. Но пока он не сядет на брюхо. Что, в принципе, вчера ночью я и доказал. Вот. Сел на брюхо, колеса вертелись. И, короче говоря, все, ждал я помощи. Вот, соответственно, он маленький. Внутри он вообще, ну, нового функционала внутри. То есть, если вот ты едешь, да, и вот локтем задеваешь прямо об этот, об ручку. По мотору. Здесь у нас стоит четырехступенчатый автомат. Мотор 102 лошадиные силы. Ну, 100-150 по трассе он идет. Правда, его немножечко туда-сюда мотыляет, но как бы это нормально. Havel 9 мотыляло сильнее. Вот. С этим можно, в принципе, дружить. Что еще сказать? Заднего сиденья там практически нет. Ну, я не знаю для чего, но там может быть просто пару сумок из Ашана кинуть, и, в принципе, все. Багажника, естественно, тоже нет. То есть багажник в Тига 8 при разложенном третьем ряде гораздо больше, чем здесь. Вот. Поэтому, ну... Я считаю, что эту тачку нужно привозить на автовозе к тайге, выгружать, брать винтарь и херачить по тайге. А многие говорят, что это квадроцикл с крышей. Вот. Я, в принципе, с ними согласен. Но это уютный, удобный, комфортный и функциональный именно по внедорожным качествам квадроцикл. 1 800 000, максимальная комплектация. Вот когда я сел в него, да, я понял, что я все-таки хочу Гелендваген. Либо Вранглер, но только четырехдверный. Ну, все мы в душе пацаны еще. Поэтому, ну, мне эта тачка нравится. Хоть она ни хрена не функциональная, но она мне нравится. Сейчас вот мы преодолевали брод, идет просто айдану. Вот. Единственное, что ее может успокоить, это посадка на брюхо. Но здесь уже вот эта должна фишка работать. Вот. Давайте посмотрим, все-таки посмотрим задний ряд, который здесь как бы есть. Огромная дверь, которая открывается очень широко. Минимум здесь комфорта. Вот. Задний ряд вообще вот для ребенка 5-летнего, наверное. То есть его, в принципе, можно разложить, и такой вот автомобиль эгоист для 1-2 человек. Вот. Климат-система нормально, автомат безукоризненно работает. Есть у нас понижайка, блокировка всех четырех колес. Даже сигнашки здесь, в принципе, нет, только центральный замок. Но по сути она нахрен никому не нужна, этот автомобиль. Этот автомобиль как автомат. То есть, если ты умеешь пользоваться оружием, он тебе принесет пользу. Если ты не умеешь, то у тебя, грубо говоря, и швабра тебя может застрелить. Здесь у нас дверь открывается, мы сейчас здесь все у нас, видишь, трос повесили. Вот. Но там можно посмотреть, там вообще минимум. Вот такое вот пространство под шумку. Вот. Вот это вот. И все. И, в принципе, больше сюда ничего не залезет. Вот. Но мне он нравится. Вот какой бы он ни был хреновый, да, ну в плане того, что ты не сможешь там всю семью посадить и так далее, но он мне нравится. И по всей видимости, эта машина будет, ну, третьей или четвертой в семье. Тогда, когда Россия станет реально богатой страной. Вот. И мы все с вами будем жить весело и хорошо. И иметь в гараже, не иметь не только один гараж, а три гаража. И в каждом гараже будет по Феррари. И вот такой вот маленький малыш, Suzuki Jimny. Вот, все. Меньше базара, больше дела. А ты так полетел, бля. Эти машины опасны тем, что они могут оказаться в руках идиота. Вот, поэтому они так дорого стоят. Идиоты на них не должны ездить. Ну, примерно такие, как я, допустим, которые не знают, у которых в школе была по физике 2, и они знают, что такое гравитация и все остальное. Вот, поэтому это как... Ну, это как, знаете, как вот, как это называется. И швабра один раз в жизни стреляет. Вот то же самое и с Suzuki Jimny. О, пошел. Обалдеть. Все,
бы его скрыло. Вот это сейчас кнопка помощи спуска с горы. Она прям удерживает машину. Страшно. Смотри, он помнит. Офигеть. Там я на этом, на Outlander бахнул хорошенько. Плывем. Ага, плывем, да, точно. Что, тормозь? Перед хочешь подтянуть? Подожди, я хочу его перед передком подтянуть, если получится. Как думаешь, вытащит? Да сейчас понижайку включим, должен. Ему уж немного не хватает. Он уже бугорок себе накопал. Его хотя бы вот это переехал. Ну там и сложный подъем. Ну что, молодые люди? Ну, видишь, жимник может. Скажут, Кайрон, херня, не едет. Назад вперед не едет, да, совсем на склоне. Да, это потому что негр не удален, не прошит. Да нет, тут без вариантов, на этой резине точно нет. Либо травиться какие-нибудь. Ты на Львовске, скорее всего, зайдешь. На АТ-шке не, я здесь не зайду. Да не, она тут скользко не зайдет. Смысл рыбы. Сухая, там еще ночёнчик прям. Ну, ему не хватит места. Кто знает. Ну не хватит, тогда я объеду. Да, тогда это заткнет. Детка за репку, бабка за ручку, за внучку. Я разрываем зимний купол. Не надо. Было это зимой от Чирокена. Один спереди зацепил, другой сзади. Давай, говорит, его разорвем. Меня, блядь. Когда тебя цепляли. Говорит, все, поехали, блядь. Куда поехали? Куда, ёпта, поехали. Обе машины зацепили. Куда, ёпта, поехали. В другую сторону, блядь! Еще чуть-чуть давай. Осенний лес, Подмосковье. Что еще нужно для нормального мужика? Не для москвичей. Ах, зверь. Кстати, карасика, чтобы не забыли. Ты можешь его себе оставить просто? Да? Вы все равно цепляете. Я боюсь, что он мне, когда будем так ехать, он мне по башке идет. Я вообще там все летающие вещи убрал, блядь.